Всем привет! Сегодня мы с вами будем устанавливать бусины. Я вас познакомлю вот с такой насадкой для бусин. Они разного размера. 4, 6, 8 и 10 миллиметров. Вот 4 насадки у меня. И вот бусинки таких же размеров. И еще, так, сейчас они куда-то не спрятали здесь. Смотрите, какие к ним идут крепления. Поближе вам поднесу. Вот такие вот крепления идут к бусинам. Крепления все одного размера. Вот такой вот со штырёчками такая штучка. Вот. Нижняя часть тоже одинаковая, потому что штырёчек у нас стандартный для всех. Значит, смотрите, устанавливаем так. Штырёчек ставим сюда. Вот так вот, так поближе, иголочками кверху, естественно. Берем нашу бусину, ну, давайте возьмем, допустим, вот такую самую большую. Она у нас станет вот сюда и вкручу, чтобы не встала. Сначала вкручу, а потом поставлю. Так, вкручиваем. Где-то тут у нас вот здесь. Так, все, вернули, штырек поставили. И давайте попробуем поставить эту большую бусину, самую большую, на флис. Я сейчас вам покажу, как нужно ставить и как не нужно ставить. Я уже попробовала всяко, и до дыр, и всяко разно. Так, все, бусинка у нас здесь, штыречек здесь. Просовываем нашу тканюшку и давим. Вот совсем-совсем чуть-чуть. Вот прям капельку. Чуть-чуть придавили. Все, поднимаем. Смотрите, она туда у нас ушла. Бусинка. Ей лучше помочь. Или ногтем, или чем-то еще. За ткань лучше не тянуть. Потому что можно порвать. Она так хорошо засела у меня что-то прям по-черному. Так. Вот я ее вытащила. Смотрите, что у нас получается с изнанки. Вот так вот аккуратненько. Вот так вот получается с лицевой стороны. Вот. Сидит она довольно крепко. Если я надавлю сильней, я просто продырявлю эту ткань. И все. И у меня просто будет дырка на ткани. И не за что будет держаться нашей бусинки. Сейчас попробую вам показать еще на другой ткани и другого размера бусины. Попробуем все вот эти вот наши насадки. Сейчас приготовлю другую ткань и покажу. Вот такую вот тканюшку. Это атлас, такой плотный атлас. Вот. И поставила я насадку на 8 миллиметров. И ставим нашу бусинку туда. Так, штырёчек я тоже уже поставила. Что пробуем? Берем нашу ткань, нажимаем чуть-чуть. Вот так. Все, достаточно. Тоже потянулась она у нас, да? И аккуратно ее поддеваем. Вот так. Помогаем ей выйти. И смотрим, что у нас получилось. Вот так вот сидит наша бусина. Вот такая она с изнаночки. Все хорошо, все красиво и аккуратно, и крепко. Так, это мы поставили на атлас. А сейчас давайте поставим на тонкую ткань. Ну, можно такую же поставить, но мы попробуем же все насадочки сегодня. Поэтому я сейчас поставлю насадку, ну, на 6 миллиметров. Так. Так, и бусинку, ну, давайте розовую возьмем, вот на 6 миллиметров бусинку. Так, крепление наше не забываем ставить. Так, и смотрите, что я возьму. Я возьму кружево. Вдруг нам захочется что-то где-то украсить кружевное такими бусинами. Сейчас мы попробуем это сделать. Вот, допустим, вот сюда мне захочется поставить бусинку. Я сейчас это
сделаю. Давим чуть-чуть. Достаем аккуратно. И смотрите, что у нас получилось. Ну, цвет, конечно, я неудачно подобрала. Но я хотела показать не это, я хотела показать, как она встала. Вот так. То есть на любую толщину ткани можно ставить такие бусинки. На толстую, на тонкую. Ну, конечно, если сильно толстая ткань будет, это уже будет сложнее. Но вот я сейчас вам показала, смотрите, тонкую, поплотнее. И флис, да, вот он довольно такой. Я ставила на шапочку флисовую, в два слоя флиса. И еще плюс тонкий слой альполюкса у меня свободно вставали. Вот, сейчас я вам покажу, как не надо ставить бусинки. Если мы немножко хотя бы перестараемся и надавим сильней. Так, сейчас я поставлю штыречек. Так, у нас здесь какая бусинка стоит? Ага, на 4 миллиметра. Ставим такую же бусинку, да? И возьмем, допустим, вот это у меня шелк Армани. Ну, мы любую другую можно ткань взять. Вот, сейчас я буду давить чересчур, да? Вот сильно надавлю. Прям сильно. И посмотрим, что у нас из этого вышло. Так, я ее вытащила. И смотрим, что у нас получилась дырка. Видите? Я чересчур сильно надавила. И вот это вот крепление, оно прорвало нам дырку. И вот получился вот такой вот брак. Поэтому я сразу вам говорю, прежде чем ставить бусины на изделие, потренируйтесь на чем-нибудь, чтобы у вас вот таких вот моментов не было. Вот, потому что испортите уже изделие, будет обидно. Поэтому тренируйтесь сначала. И, как понимаете, прямо слабенько-слабенько чуть-чуть нажимаем. Никаких ни щелчков не должно быть, ничего. Просто слегка нажимаем и уже, чтобы у нас она получилась совсем такая вот, ну, как сказать, нежненькая работа. Так, ну и давайте уже последнюю насадочку поставим, попробуем. Так, попробуем самую маленькую бусинку. Вот так. Нет, подождите, самая маленькая у нас вот такая бусинка, вот так усенькая получается. Они бывают иногда даже выпрыгивают оттуда, из этой насадки. Так, штыречек. Ее мы поставим тоже на наш вот этот вот шелк Армани. Вот смотрите, о, двойной положил. Сейчас мягонько надавлю, вот прям чуть-чуть маленько. Оп, и все, и достаточно. И потихонечку вытаскиваем. Вот, и смотрите, вот она у нас встала хорошо. Здесь уже нет ни дыр, ничего. Все аккуратненько. Вообще очень красиво они. Мне нравится, как они смотрятся. Смотрите, у меня еще есть вот такая вот бусина. Такая красотища. Сейчас я ее попробую тоже поставить. Так, я насколько понимаю, она у нас, наверное, вот для этой вот. На 6. Сейчас поставлю насадочку эту. Поставим эту красоту. Мне прям не терпится ее попробовать установить. Штыречек. Мне кажется, штыречки, опа, выскочила, они для всех бусинок одинаковые по размеру. Не знаю, может, я уже об этом говорила. Так, вставляем опять нашу бусинку и давайте ее поставим, например, вот на этот вот атлас. Чуть, оп, перестаралась, по-моему, я щелкнула что-то у меня. Да, я сломала. Смотрите, чуть-чуть перестаралась, и я ее сломала. Вот видите, вот здесь вот. Поэтому вот прям надо очень осторожно. Уже сколько я тренировалась, ну, ни дырки, ничего не получилось. Единственное, вот тут вот едва заметно я сломала ее. Вот, ну, смотрите, какая красота-то. А? Супер, 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 супер. Очень красивые они, эти бусинки. Будут украшать любое изделие. Хоть детская, хоть взрослая.
В общем, девочки, кому, если нужна ссылка, где я брала насадки и где я брала бусины, пишите мне в директ, я вам скину ссылку. Только в директ пишите, чтобы я точно увидела ваше сообщение. Спасибо за внимание.